Всем здорово. Это снова я, Капик. Буду комментировать противостояние Леона против Прада. Играют они бо-3 на 200 рубликов. У Леона есть хороший юнит, и он решает его скрыть. Построил 3 арчи. Отвод у него хороший. То есть по первой волне Прат вряд ли прочитает, что это арча. Ставится еще. Он посчитал, типа ровно. Кинет он урсу на второй, и у него получится ровно на парчи. Правда, значит, есть Hellbreed, больше мы ничего не знаем, но уже, в принципе, если он каким-то чудом поймет, что это арчи, то он сможет кинуть орка на третий. Но вряд ли мне получится пробить, потому что есть 3 арчи. Если он отнет 2 к 3, то это простой деф, тем более с отводом. Но нет, ничего он тут не изобретает. Кидает урсу. Ну да, видим, что дефается довольно медленно. Не так, как арча апнутая. Далее он тоже засылает, ему обязательно нужно было это сделать, чтобы апнуть арчу. Ну, он мог, конечно, вот этого чувака продать. Так, правда, есть полярник, но он без отвода, потому что постройка на фул голду. Ну, по идее, должен дефать в ноль. Здесь тоже простой деф. Ну, еще арча выбежала, отлично, затанкует. Урсу как раз, да. Тут хороший фокус был. Ну, в итоге пройдет, наверное, одна урса. Да. Причем она не залита. Прикольно вышло. Так, Леон. После засыла на второй. Он понимает, что, скорее всего, ему ничего прослать не будет. Ну и вообще, конкретно я заметил, что большинство игроков любят пораньше сделать себе ламбер типа 3-1-4-1 на раннем левеле. Поэтому вряд ли стоит ждать засыл на третью.
Поэтому он просто таким же раскладом дефнет. Да, он еще не отвод. Я решил продать. Или он захотел арчу поставить. Типа, да нет, он дефнет вот. А, ну понял. Типа, под арчу оставил он там слот. Более выгодная позиция. Так, ставить на тинковку. Ну нет, апнутая арча и две неапнутые дефы с двойным отводом. Третью без засыла. Проверенная инфа, зависит только от стака. Ну и от отвода, пожалуй, еще зависит. Да, тут доставился. Ага, у него мина. И сервант. То есть проблемы у Прада на таких волнах, как 4, 5, 8. Но у него, по сути, везде проблемы. Непонятно, что у него против 7 есть. Если какой-нибудь хускарт, то это еще более-менее. Или луна. Так, ну ему хватает на второго тени, да, и он его ставит. Но если бы вот засыл на 5, то ему придется что-то еще доставлять, потому что под засылом он не дефнет. Так, брат кидает на 4. Да, развивает, ну, реализовывает у нее свой ламбер. Леон тоже засылает, но у него при этом 4-1, 2 апнутые арчи. Есть неапнутая, 2 вот этих вот гнола на танковку. Ну вот эта арча, конечно, стоит. Хреновенько. То есть лучше бы она стояла, например, здесь и танковала бы. Тут, конечно, вот эти, сколько тут, 3 мента и урса могут вполне зарешать. Потому что вот сейчас в урсу, наверное, фокус будет. Да, очень долго его бить надо. Оп, забили. Хотя, за счет регена, то 2 холлбрида с медведем хорошо справляются. Дальше под засылом. Вообще пофигу. Так, все, Леон начал ламбер себе делать. У него горелка. Блять, опять церковь звенит. Ага, вот у него есть снайпер. Отличный юнит. А, он рольнул, все понял. Он рольнул, у него снайперы теперь. Под тимиков хороший вариант. Остается он 5-1. Не рискует. Копит, наверное, будет слать на 7. Или он делает 7. Ой, 6-3. Ну, по четвертой волне можно было понять, что сплэш у Леона. При желании на третьей можно было это понять. И на второй. Но более явно, как бы, видно, когда две апнутые арчи. Это уже на четвертой волне. Ну и вот сейчас по пятой, в принципе, можно догадаться, что пирс-атака сплэшовая. Это либо турели, либо арчи. Луну мы здесь исключаем, потому что Леон кидал на 4. А на лунах сложно сделать высокий ламбер, такой, чтобы еще кидать 2 и 4. Поэтому остается только 2 варианта. Теперь сатак испушил этот турели и арчи. Думаю, Прад должен догадаться об этом. Но слать на 6 он не захотел, потому что у него слишком мало.
Ну и вообще, как бы, Леон вполне надежный игрок. Вот он ставит отвод на 6, мощный, за счет которого он даже за сылом мог бы здесь вполне хорошо дефнуть. То есть пропуск там был бы не 20 штук, а штучек там типа 11. Отводом забрать какую-нибудь виверну с Урсой, отвести на лишние там 5-7 секунд, это дорого стоит на шестой волне, да и на седьмой тоже. В тряжке он так должен здесь задефать. Так, брат засылает верно. Упсу. Будет копить на Хермита. Мелочь он вряд ли здесь будет слать. Сплэш должен был прочитать. А, вот на два дивса ему не хватает. Чего же он выберет? Апнуть Магнуса? Нет. Но мне нравится поставить, наверное, Пира. И отвод, к примеру. А, ну он апнул Магнуса. И еще снайпера. Ну, на восьмой ему, скорее всего, придется апать снайперов. Вот у него теперь есть за 15. Это куда лучше, чем за 40. Так, без Хермита даже. Леон ничего не кидал, он на 8. Дефает 4 арчи и этот двойной отвод с дальним рубежом. Хермита нет, поэтому деф здесь получится шикарный. Да и вообще за счет вот этого дальнего отвода с арчами деф довольно простой. Правда, доделывает себе седьмого виспа. Кинг не апнут, это все дефнет, потому что тут все залитое. И неважно, какой скилл. А, ну да, тут горелка. Брат сейчас обрадовался, типа, вот там горелка. Сейчас у меня прилетит миллион. Так, Леон заказывает 7-4, доставляет Арчу на танковку. И так восьмую волну он дефнет, засыла он не ожидает. А даже если и придет, деф будет отличным. Ну не в ноль, но штучек 10 выпустил. Так, здесь апнулся Зевс и доставился тролль. Хороший вариант. Медиум армор затанкует снайперов. Плюс Магнус тоже затанкует. Ну и эти два парня тоже танкует, но похуже. Армор у них неподходящий. Засыл Урса, Кодой и много мелочи. Конечно, то, что один Зевс здесь, наверное, хреново. Лучше бы здесь было два или три Зевса, тогда с мелочью разобрался бы брат куда проще. Ну, а так это, походу, хил. 24 нита, очень много. Если не волна, то это стопудово хил. И еще надо подумать о том, чтобы выжить здесь. Ну, вряд ли это волна, потому что он и так лапал. Так бы можно было зарядить все в хп. Ой, а. Ну, хотя все равно добивать надо, да. Ну, тогда здесь он уходит без хила. Можете себе заказывать 7-3 уже, наверное. Вроде как деф. Главное, правда, в последний момент откатиться.
Как-то все на тоненького. На тоненького очень. Да, дефа, это все, можно ламбер заказывать. Ламбер. Но регена вроде нет. Что это за волна? Ну да, реген он не качал. Леон тем временем 7-5 сидит. Есть у него крабы. Отличный юнит под арчей. Дешевый. А. О, как у него все шикарно. Гидра. На 10-ю он ее апнет. О, чуть-чуть подапает кинга. Уже даже, да, начал. Хил потерять он здесь вряд ли рискует на 10-й. С таким раскладом. А вот что сделать Праду? Что интереснее смотрится под замедление? Мне кажется, все-таки, наверное, ап Зипса. Ну, я думаю, он выберет ап Тини. Но у него все снайпера стоят в позиции дальнего боя. Конечно, ему ничего не мешает апнуть там вот крайнего, в пира, например. Но вообще в будущем он их либо продает, либо апает зипсов. Но я думаю, он их апнет, потому что у него пик на 16-й уязвим. Да и на 13-й тоже, если бы у него не было вообще снайперов, то это замедло здесь вообще ничего не значит. Можно было бы легко наказывать на 13-й волне. Ну а так да. А, он остается 7-4. Апнул Тини и апнул Зевса. Надежный розыгрыш. Переставляет он агрище отвод. Типа первую позицию и ставит антигулю. С дивсами очень важно иметь антигулю. Здесь апнулась гидра. Тоже тут перестановки в отводе. Ну, не знаю, с арчами и гидрой, по-моему, здесь без разницы. Все равно будет не деф. Но чтобы зафокусить, например, одного босса, все равно отвод — это хорошая тема. Так, тут вот уже босс типа, который хорошо шел, затерся. В итоге ему сейчас надо ставить мелочь всю. Ну, еще не получилось, но хотя бы так, блять, что это с ним произошло сейчас. Ну ладно, там сагрились. Ну, должен одного забрать. Ну, а здесь простой деф. Тем более, Прат здесь не рисковал. 7-5 не делал. По-надежному задефал. Ну, а здесь даже одного он не смог забрать. 200 хп остается. Но зато есть 7-5. Есть высокий инком, высокий ламбер, есть кинг, есть хороший пик, в принципе, для мидгейма. Ну, то есть до 15-й волны. Ну, даже до 16-й включительно. То есть проблема будет на 17-й, 18-й. Но я думаю, здесь ли он. У него здесь много опций. Здесь у него имеется преимущество. Сейчас он увидит пик. 17-й он уже явно слать не захочет. А Прат вполне захочет. У Леона будет вариант кидать 15-й. У Прада же есть вариант швырнуть на 14-й, но у Леона горелка, поэтому желание у него отпадет, наверное.
Оба кидают здесь на арену чуть-чуть. Тут даже интересно. По идее, брат должен забирать Зевсы, и Тини очень сильно бустит армию по эффективному ХП. Да. Ну. А, Леон что-то еще апал, что ли? Ему ж вроде хватало. А, он краба доставлял. Ну, зря, с арчами вряд ли он забрал. Даже вот он заслал, ему все равно не хватило. В итоге у Прада 7-7 сейчас будет. А Леон чуть попозже закажет. Ставит отвод. Считает, что сейчас у него что-то придет. Но не знаю, смысла Праду кидать вапнутого кинга, тем более горелка. Не стоит. Тем более у него кинг. Хотя. Кинул варлока. Ну да, у него волна. И против 12 он стоит более-менее, с учетом того, что у него есть зевсы, которые мелочь вырубают. Так что, возможно, да, это, наверное, нормальное решение. И все сразу же устремляется он в ап кинга. Ну, я думаю, чисто под 12-ю только апнет. Дефт тут более-менее. Совсем щебенка проходит. 7 клоков плюс варлок. Ну и Леон себе сделал 7-7, потому что 12-й он довольно просто дефает своим пиком. У него оранжевый пик полностью, гидра танкует, арчи пуляют и маги рассыпаются. Ну и засылает он, чтобы разогнать инком. Ему под свой пик это нужно, наверное, делать. Гидра хороший юнит для лейта. Если он, конечно, планирует играть через ап кинга, то он, в принципе, все правильно делает. Так, Прат. У Прада есть еще и неотанк. Ну, Прат уязвим сам еще на 14-й. Да и если у него будет мало милишников, то и 17-ю он плохо стоит. Но он здесь больше на 18-й страдает. 18, 19. Но еще хуже, у него 23-я волна. И мне кажется, для Леона это самая оптимальная линия розыгрыша здесь с его пиком. То есть вообще у него пик приятный, то есть юниты жирные, на танков корчи там подстреливают. Мне кажется, да, и у него здесь довольно простая ситуация сделать высокий ламбер, заапать кинга в скрытую. Ну, здесь довольно очевидно, что Леон будет апать кинга с таким пиком. Но все равно лучше делать это вскрытую, чтобы как бы напрягать психологически соперника, чтобы он мог себе в голове придумать, что враг может и в размен пойти, вдруг у тебя там вдруг рерольнул Леон, да, и нашел под гидр идеальную какую-нибудь херню для дефа. 17-й. Фантомов, минеров там.
танка, неважно. Вот видим уже 7-8. Ну, брат не отстает, тоже заказывает. Все он здесь понимает. Кинг у него есть. Он уже копит. Да, будет он много кидать. На 17, я думаю, без апов кинга. Здесь, думаю, даже если бы Леон не слал, брат бы даже и кинга здесь не апал. Но он предварительно, конечно, апал, но могут быть расклады, где он и не стал бы это делать, если бы у него был пик получше против 12. Делает 7-9, поскольку у него есть танк, который затанкует, и есть замедление. Ну и зевсы, которые будут расстреливать этих долбанных птиц, ставят там отвод хороший. Очень сильно он ему поможет на 13-14 волне. Ну а Леон здесь может делать 7-10 или даже больше. На 14 он может доставить еще одного тайда и также дефать. 13 он также должен забирать. Ну да, тоже тут достал отвод мощный из краба. Переживает. Ну тогда он должен на 14 его оставлять. Да, краб тут прямо идеальную работу делает. Брат не хочет жестить. Решил остаться он 7-9. Ну да, и Леон здесь потихоньку уже начинает апать кинга. 7-11 решил он не делать, хотя, наверное, мог бы. Да, он мог бы сделать 7-11. А, он решил еще тогда поставить, чтобы лучше дефнуть 14. Ну, если он делает такую постройку... А, ну все, понял. И сделал рерол. То есть он не любитель делать много гидр на лейт. Ну что ж, это вполне разумное решение. Такая линия розыгрышей имеет право на существование. Просто он по своей стратегии уже выходит с 20+. То, что у него есть хил, вряд ли он здесь погибнет до 20. И он мог бы спокойно сидеть с этими гидрами. Вот. И не менять их. Но он выбрал вариант сменить, чтобы, видимо, улучшить деф 17, чтобы не так много ликануть. Ну, не знаю, с горелкой, с фулкингом он мог бы дефнуть. Все равно без хила. Ну, вопрос, конечно, в количестве леса, засланного от прада. Брат тут доставил гейтгварда за 90 монеток на 14, видимо, для страховки. Побоялся, что Леон, возможно, кинет. Ставит еще новый танк. Ну, мне кажется, ему надо здесь 4-5 танков, и надо делать рерол, если у него ничего нет больше, а, скорее всего, у него больше ничего нет. Так, ага. Ну вот, у Леона появился Тини, и с таким раскладом ему здесь вот этих тайдов апать смысла нет. Да. Сделает он пару, там, тройку Тини, и 17 у него будет прям вообще хороший деф. И он понимает, что
Дефнитон шикарно. Параллельно Апэт Кинга и делает ламберы. Конечно, по value он конкретно сейчас проседает, но это временно, потому что он уже реализовывает свой высокий ламбер, а Прат копит. Ну, да, он, наверное, 7-12 останется. Дальше апаться уже, наверное, слишком нагло будет. Отвод. А, он краба продал. Ставить еще тени. Так, тут четвертый танк. Прат оставляет голду. Так, продает танк. Появляется у него фантом. А, ну он отнул второго тини. Ну, кстати, довольно странно, что он продал танк. Если игра зайдет в лейт, то 4 танка иметь — это, по-моему, минимум. Что ж, пошел засыл. Засыл будет что, в районе 3К плюс. Где-то, думаю, 3300-3500. Ну или он здесь не апает, просто не хочет как бы показывать, что он апается. ХПшку не трогает. Ничего нигде не лекал. Отлично. Ну не знаю, правда, все равно здесь проблема отсутствия мили-юнитов, которые будут танковать тех же фантомов и танков на 20+. То есть, если Леон захочет, например, на 23 кинуть, то он вполне может это делать. Фантомы там вряд ли спасут. Так, продает он снайпера, чтобы освободить слот под фантома. Так, есть у него пиви. Да, боится он засыла тоже. Ну вот, этот мув, то, что ХП не апал Леон, как раз таки нервирует Прада. Так, ага, агрища он убрал. Ну да, засыл 3500 ровно. Че, пропуск меньше 20, походу. Ну, фулкингом это можно дефнуть без хила. Правда, стакнуто, конечно, не очень хорошо. Лучше бы, чтобы вся пачка шла здесь, а демон пришел первым. А так у него все юниты сейчас в два ряда приходят. То есть он стакал пачку при дефе. Так, ну у него горелыч. Так, ворлок. Не успел ударить, отлично. Неужели хил уходит? Нет. Сейчас посмотрим, фул рега или нет. Ой, регена-то совсем немного. Была бы фулл рега, он бы дефнул. Ну даже не фулл рега, а чуть больше. Он бы дефнул без хила. Но он, видимо, хочет с
послать, не знаю. Ну, на 19 он очень мало кинет. Нет, здесь ему, наверное, самый выгодный вариант это на 23 кидать много. Доставляет он еще одного фолбрида. ХЗ для чего? У него их 3. Так. Есть у него спавны. Кстати, неплохо, да, под гидрами тени. Можно было бы спавнов натыкать сзади. 24-ю волну. Неплохо, да, тут можно. Так, ранние 7.15 и почти 1500 на руках дерева. Так, у Прада есть теперь Феникс. Вот он. Тоже он заказывает себе ламбер. Ой, ну тут засыл на 19 в Зевсов. Не, ну как бы изначально то, что он видел постройку после арены, как бы засыл в 19 катит. Засыл катит, просто мне кажется, засыл будет очень маленьким, хоть у него и 7.15, да, то есть два демона он здесь вряд ли будет кидать, это уже не целесообразно, потому что если мы кидаем два демона без аур, то есть без кряки, там, без варлока, то засыл уже совсем не тот, то есть у вас есть ДПС, но нет хила для юнитов, нет минус армора. Это не так сильно, лучше кинуть там две кряки, например. Ну да. Короче, стандартный засыл, демон кряк, варлок. Operation. Так, Прат делает 7.14. Апнет аппарата, походу. Или чё? Чё, напнул? Чё, напнул? А, 7.15, всё понятно. Есть у него отвод, но... Наверное, он не сагрится здесь. То есть это отвод от кинга. Тут доставляются два снайпера. Видимо, против 20-й тупо. Ну, не знаю, такой засыл... А, даже варлока нет. Короче, вот сейчас, если хил из Прада он не выбьет, то смысла от этого засыла не было. И получается, что он хил просто так подарил. На 17-й. Ну, а деф отличный. Да, Прад сейчас апнет. Хил не отдаст. Да, и получается, что Леончик просто на халяву подарил хил на 17-й волне. Кидает он еще на инком на 20. Или он не будет кидать, или кряк он копит. Непонятно. Тут даже Праду фултинг не нужен. Да, кряк копил. Ну, кстати, сколько реги-то? Восьмерка вроде, да? Да, вроде 8. Тут типа 20-й-то бить некому, кроме Феникса и танков. Ну, мелочь есть кому разобрать, в принципе. Но то, что мало хп, может порешать. Но надо отвод обязательно. Агрищи. Угу.
Ну, тут все гидры апнулись, драконы апнулись. Ну да, драконов он, наверное, ролить не хочет. Брат копит. Хилок у него на месте. Кинг есть. Да, можно и Фталова копить куда-то. Ну, а Леон сделает, ну, вот он уже 500 инкома. И, не знаю, тоже, наверное, ему надо копить куда-то. Но он без хила. Здесь, получается, преимущество у Прада есть небольшое. Сейчас будет зависеть от пика. Ну, нет, тут фантомы все сбрили, эти снайпера кряку расстреляли. Проходит всего одна черепашка. Ой, и он еще на арену закидывает. Ну, все просто инком поднимают, чтобы типа дефнуть засыл, который Прат будет делать на какой-либо волне. Ну, а сам Леон, скорее всего, будет копить на 28, потому что танка здесь всего 3. Ну, здесь, в принципе, и 27 заходит хорошо. Да. Прат тоже на арену кидает. Интересно. Ну да, Прэд тоже, походу, понимает, что с таким отставанием по инкому жить будет слишком туго. Но решил немножко сократить отставание. Засылаем на арену. Ну, тут еще вопрос, кто выиграет арену. Тут, конечно, тема, но... 4 гидры. Не, ну Прат должен забирать, по идее. Все-таки демон, наверное, должен наджибошить тут Леона. С танками и записами. Еще тележка. И 340. Так, одна осталась. Ведра. Так, ну и что? Да. Брат выигрывает за счет засыла. Красавчик. Теперь у них у обоих одинаковое количество леса. У обоих есть кинги. Ну, правда, не фуловый, но и у Леона тоже там лего не фуловая. Зато у Прада есть хилок, который может зарешать в итоге, если Леон не запрет с пиком. Но он здесь драконов, я думаю, не должен реролить рано. Он здесь должен поступать так. Сейчас, после засыла на арену, он здесь может спокойно 21-ю, 22-ю, ну, 22-ю, точнее, волну ничего не строить. За счет тинников он дефнет. На 23 он построит максимум спавнов, сколько захочет. Сделает рерол. Если там ничего лучше не будет, то он их оставит и апнет. Это будет у него защита против 27-24. В дальнейшем, если он найдет вертолет, то этот пик у него очень сильно бафнется. Ну и вообще, в принципе, любую ауру. Но лучше, конечно, вертолет. А, это у Прада этот тролль. У Прада есть некор, который позволит ему дефать. Ту же 27-ю. Так, аппарат. Леон сделал рерол. А зачем сейчас рерол? Так,
Леона тоже некр. Ну вот ему некр больше против 24 поможет. Ну, на 24 никто здесь слать не будет. Все будут слать, скорее всего, 28. Уже. Потому что если бы, короче, кто-то из них не кидал арену, то да, я бы еще сказал, что кто-то будет здесь много копить на 27. А поскольку они оба кидали здесь, я думаю, будет все-таки размен на 28. Хоть пока у Леона пика и нет. Ну, хотя Леон здесь может захотеть кинуть 27 со своим пиком. Если, точнее, если он ничего не находит, то лучше ему кидать 27. Либо строить дохера отводов на 28, потому что у него хила нет. И в размене против танков, фантомов, вряд ли у него здесь хорошие шансы. Деревяшки. Но это не самый хороший вариант. Здесь одно хорошо, что деревяшки первыми взорвутся. Хотя нет, они не первыми взорвутся. Здесь первыми выходят тиники. Так, сколько у деревяшек? 180. А, ну ладно. Тогда в перемешку, короче. Тини с деревяшками будут танчить. А дракончики с гидрами и вот со всем остальным рейнджером будут все добивать. Короче, 28-й или он не вариант. Он будет 27, по идее. А у Прада... О, появился Питлорд. У него теперь есть, ну, не стопудовый деф 27, но юнит, который позволит дефнуть 27 намного лучше. Да, это Питлорд. Death Dragon'ы. Но здесь я не знаю, здесь больше проблема в том, что у него милишников нет. Будет он просто питлордов строить, как милишников, они тоже неплохие на 27. И, ну, танковка для фантомов. Думаю, здесь, то есть, апнуть, допустим, одного дракона, а все остальное делать на танковку. Такой вариант, наверное, самый правильный. Ну, можно даже и без апа дракона. Так. Ну, короче, Прат кидает 28, а Леон кидает 27. Леон кидает 27, потому что у него нет дефа 28 и нет хила. А Прат кидает 28, потому что у него есть хил, есть кинг и есть хорошие value и неплохие юниты для дефа. Так, что там? Ну, какова вероятность того, что он там что-то найдет? Ну, конечно, вероятность увеличивается, если у него все... сколько пиков было и ни одной сейдж атаки не было. Это, конечно, горе. Ну, вот он ставит и делает рерол. Но все равно какое-то определенное количество деревяк ему надо было ставить. И, похоже, сейджа у него нет. Идеальный вариант для него были бы минеры. Относительно дешевый юнит и хорошо подходит под гидр. Есть наги. Но деревях он не продает, значит, у него ничего нет.
Это печальненько. Эх, как бы все могло пойти, если бы Леон разыграл свой пик по моему сценарию, апнул бы он фул кинга, хил бы не отдал и копил бы просто миллион куда-нибудь и все. И там уже никакой пик как бы уже не имеет значения, там ты либо убиваешь, либо ты не убиваешь. А теперь они типа оба подняли инком, и дальше игра просто тупо зависит от того, у кого пик лучше будет, и все. Ну, при условии, что будет размен, естественно. Так, Прат потихоньку апает танков. Да, и строит пиклордов. Есть у него, кстати, Мигисон Мэн. А, ну все, он уже все танки апнул. Понтовый пивок стоит. Ну, логика у меня с Солом схожая. Но если он не будет этого делать, то он проиграет без вариантов. Так он хотя бы, наверное, себе засыл срежет немножко. Правда, придется кингать подапить чуть-чуть. Так, ну чё. Засыла нет. У Леона есть еще рерол. Я почему-то подумал, что у него последний. Так, ну чё, капитаны. Ну, под всю гапшу, конечно, хорошо. Но это похоже все, что... Ну, о! И один миньор. Как же поздно он нашел. Ну, одного миньора здесь мало. А, ну это 27-я еще волна. Так, ну, 4 дерева, сколько драконов? 4, 2 феникса, капитана апнет еще. Есть некр, и на 28 он поставит еще, наверное, минеру 3. Ну, все равно минеров мало, но вообще шанс есть на деф. Я думаю, что есть. Так, 7К. Ну да, просто одинаковые засылы. 7000. Да, все кидают. А, Леон накурил на 27. Ну да, странное решение. Очевидно, что его будут добивать на 28. Так, Чупрат. Наверное, можно апнуть Феникса и Питлордов еще поделать. Че он куда пошел? А, я уж подумал, отводы пошел делать. Отвод здесь Леон неплохо заходит. Так он ферму еще делает. А, ну да, там долго будет строиться. Так, один, два, три. Вот у него будет четвертый и ап капитана. Что он сделал? А, вот у него еще один меня понял. Всех накурил. Ну, ладно, без одного, да? Этого не накурил. А, никто отводы не делал.
засилить типа по 8к. У Леона передев больше, чем у Прада. Довольно интересно. Так, у Прада первого танка зафокусили. Но он убил демона. Ох, ну тут Праду ГГ с хилом даже. А Леон, кстати, очень хорошо дефнул. Очень хорошо. Эти минеры прямо его спасли. Да. Да, и это 1-0 в пользу Леона. Да нет, деревяхи здесь тоже неплохо свою роль сыграли, они взорвались во всякий шлак, который кидал Прат, всякую мелочевку. Юниты лишние точки не тратят на это дело, уже приятно. Ну, Прат тут должен понимать, что это ГГшка, я бы тут даже не хилил. Так понятно по количеству юнитов, что не дефнуть это все. Интересная развязка на самом деле. Я считаю, что Леону здесь по большей части повезло за счет пика, потому что у него аур не было. То есть не выпади ему минеры, он бы здесь дефнул намного хуже. Вот. У него, конечно, дохера сплэша, типа арчи, гидры, 4 деревяхи, драконы, плюс некр еще. Но все равно думаю, что вот сколько у него там 4 минера, которых он успел построить, все равно сильно зарешали. Вот, а у Прада здесь проблема была в том, что у него не было хорошей танковки, и у него было мало танков. И как мы видели, у него танков довольно быстро начали фокусить сбоку. И за счет этого он не успел надамажить большое количество телег. И рассыпался куда быстрее, чем Леон. И даже с хилом здесь он проиграл, а Леон даже смог задефать это все кингом еще. Ну там совсем маленький пропуск, в принципе.